Приемное отделение многопрофильной больницы в Балце готовят к открытию. С прошлого года в здании проводили реконструкцию в рамках программы «Большое строительство», а также за средства местного и областного бюджетов. Как уверяет балтский городской голова Сергей Мазур, это приемно-диагностическое отделение самое большое в Одесской области. Его площадь около 1500 квадратных метров. Здесь есть и отдельная лаборатория с современным оборудованием. Загальна кошторисна вартість 20. Ну, то без обладнання. 20 мільйонів. 22 мільйони. 8 мільйонів заборгованість. Ми очікуємо субвенцію з державного бюджету, але зараз ведемо перемовини. Сейчас рассматривают возможность реализации еще 4 проектов в рамках больницы. Это, в частности, комплексная термосанация, благоустройство прилегающей территории, ремонт поликлиники, отделение хирургии, терапии и гинекологии. Осталось получить финансирование.